Люди, которые сегодня не могут выйти на работу, а там и самозанятые, о которых вообще речи не идет. Мы всех призывали, давайте, ребята, регистрируйтесь там, конечно, государство вам поможет. Мы все, они там, ну, во всяком случае, многие зарегистрировались, это сотни тысяч, там, миллионы. И чего дальше? О них-то речи не идет никакой пока. А мы должны... Вот, вы имеете в виду, речи не идет, что они помощь не могут получить даже МРОТ, да, потому да что они не зарегистрированы как работники. Правильно. То есть они могут рассчитывать только на 3000. Но я думаю, что эти пробелы, понятно, они же их поправят. А вот президент об этом и говорит. Он говорит же ведь четко и понятные вещи. А кто будет... И, кстати, в своем обращении он впервые сказал... о малом и среднем бизнесе, о том, что будут... У нас тут НЭП намечается. Да. Но вот вопрос в чем? Ну, когда на местах подходишь, непонятно. Банки-то ничего не делают в этом отношении. Поэтому вот в отношении граждан вводят серьезные, там, не сидишь в самоизоляции, штраф, там что-то нарушил, штраф. Вот надо то же самое среди банкиров и тех людей, которые за это отвечают. Тебе выдали федеральные средства. Конечно. Ты почему их не довел до тех, кому положено? И вот тогда нужны штрафы. Причем штрафы и, так сказать, с должности выгонять надо. А штрафуйте банкира тогда на 5 тысяч, он посмеется над вами.